Коммунисты пикетировали администрацию Ивановского района. Правда, протест пришлось выражать одиночно. Разрешение на санкционированный пикет в более широком составе красные и жители Калинова так и не получили. Напомним, что конфликт калиновцев и власти возник из-за строительства на месте футбольного поля очередного автосалона. Альтернативное решение проблемы благоустройства футбольной площадки в другом месте обитатели деревни не устраивает. Я не понимаю одного, для чего строить благоустроенную такую спортивную площадку, а рядом за этим забором будут стоять такие объекты. Что это за оздоровление жителей? Почему мы должны идти, вот соглашаться с господином Жубаркиным? Ну, действительно, площадка будет благоустроенной, очень красивой. Но почему мы должны терять парковую зону? Коммунистов Танеев пикетировал, а строитель рядом ремонтировал крыльцо. Вход даже для чиновников со двора. Мне кажется, коммунисты больше пользы приносят городу, нежели сами администрации. Где мы встаем, там сразу же организуется какая-то ремонтная работа. Недавно проводили пикет около администрации города Иваново, там начался незначительный ремонт крыльца администрации города Иваново. Год назад организовали пикет на Пушкина 9 у правительства области. Там сразу же начали менять лампы уличного освещения, какие-то ремонтные работы тоже огородили всю улицу. Возможно, в этом и есть созидательная миссия коммунистов, потому что дело с деревней Калиново пока с мертвой точки не сдвинулось. Глава администрации Сергей Жубаркин пояснил в своем микроблоге в Твиттере, что землю под автосалон выделил еще предыдущий руководитель районной мэрии. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.